Страус не может летать. Это общеизвестный факт. Так распорядилась природа, у него слабо развита мускулатура в грудном отделе, крылья недоразвиты, а перья страуса, курчавые и рыхлые, не образуют плотно сомкнутых жестких пластинок опахал. Скелет его не пневматичен, но зато бегает эта птица быстрее лошади. Ее длинные двухпалые ноги отлично приспособлены для ходьбы на длинные дистанции и для бега. Уже в месячном возрасте скорость страусенка может достигать 50 км в час. Бегущий страус делает шаги каждой длиной до 4 метров и по необходимости может совершить крутой вираж, не снижая скорости, и даже распластаться по земле. Кстати, то, сколько пальцев у африканского страуса, здорово помогает ему в процессе ходьбы. Пальцы птицы уплощенные, снабженные на подошве подушечками. Кроме того, их всего два, и они очень напоминают внешне мягкое копыто верблюда. Не зря слово «страус» переводится с греческого как «воробей-верблюд». Большой из пальцев птицы снабжен чем-то похожим и на коготь, и на копыто. На него птица опирается во время бега.